Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы начинаем показ серию видео для тех, кто любит пляжный отдых, самостоятельно путешествует или хочет начать это делать. В первом видео мы побываем с вами в прекрасной Малайзии и вкратце ознакомимся с содержанием последующих видео, где покажем центральный аэропорт и как добраться до города Куала-Лумпура. Познакомимся с его достопримечательностями. Покажем лучший отель под названием The Face в центре, где вы увидите удивительный вид города с бассейна, расположенного на 54 этаже этого отеля. Далее мы отправимся на остров Лангкави, где огромное количество магазинчиков Duty Free с дешевым алкоголем, продуктами, парфюмерией и вещами. Поселимся в лучшем отеле относительно цены и качества обслуживания, а также пляжного отдыха под названием Биржай Резорт. Побываем с рядом расположен так называемой деревней, где куча магазинчиков, ресторанчиков и развлечений. Далее расскажем вам, где взять недорого на прокат автомашину и покатаемся по острову. Покажем, где дешево взять тур на катер по соседним островам. Удачного вам просмотра! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Please. Не упадите, только не упадите. Хорошо. Не прыгайте оттуда, не прыгайте, пожалуйста, не прыгайте. А то вы сейчас прыгните. Разрывай.
тут приземлились. Вот это основная пещера Бату. И вот нам по тем ступенькам вверх подниматься.
Что? Что? Здесь я такая. Вот смотри, какой паук, а ты лишь маленький. Посмотри, какой паук будет. Эй, собака. Нет. Одна там. Пришла.
Подходи, это нет, почему, Жень? С этой фиговиной подходи. Подходи туда. Там канатка.
Приехали все, наверное, половину. Там их ярусов много. Вот сзади у нее винты, внизу, видишь?
Смотри, они не закрыты, ничего. Зонтик возьмите на всякий случай. Возьми, ага. Зонтик возьмите, я говорю.
не торопите. Мы... There's also a night market. Night market. А вот тут все вот овощи, все эти. Алин, а вон Биржай, где мы живем. Вот смотри, вот он аэропорт, а вон, вот видишь, вот так выходит, вот это Биржай. Биржай, вот он. Вот он. Это вот аэропорт. Ну, что-то опасно какой-то. А тут дешево. За 45 продали, а могли за 30 даже договориться. Не стали торговаться. А вон там они охамели. 75-100 рингит. На год. Ну,
снимайте жилеты, ребята. Не переживай. Собака? Пошли на мейку. Бобик. Тут можно, в принципе, покупаться. Ну, 65 рентген целый день машина в твоем распоряжении. Наш полностью красненький, его еще нету. Должен скоро приземлиться.
Thank you.